На видео билет. Есть. Глазка покажите, я не вижу. А вон они прямо возле людей, где я улетел. Экскурсия наша пешеходная, это будет длиться 2,5 часа. За эти 2,5 часа по экскурсиям два объекта покажут. Зоологический и ботанический парк, где вы можете увидеть Тоскания Нова. Но прежде чем начать нашу экскурсию, я предлагаю вам пройти на землю, познакомиться с историей нашей земли. Это моногамная птица. Пару образуют один раз и на всю жизнь. Самочки чуть-чуть обрезают, ампутируют крыло. Она не может улететь, а самец по первому стуку даже в открытом вольере остается вместе с ней с целыми снимками. В этом же вольере мобильная цапля. Птица интересна тем, что может долгое время сидеть и делать дупло в деревьях. Птица даже может бегать хоть в деревья. Когда появляются малыши, удочка опускается на землю, подойдет волос, и малыши опускаются на землю и при этом не разбиваются. В этом вольере нас красавцы, розовые фламинго,
Разживаются в тропических и тропических поясах. И это еще не совсем розовые. Розовыми они станут на 5-м году жизни, когда достигнут половозрелости. Интересно тем, что гнезда свои делают на залитой территории. Гнезда в виде небольшого конуса. На верхушке конуса небольшое углубление, где находится 1-2 яйца. Насиживает как самец, так и самочка. Чтобы встать птице с гнезда, нужно наклониться, упереться клювом в землю, только тогда птица сможет расправить свои ноги. Вот и что. Прекрасно себя чувствует как в воде, так и на земле, но не ныряет. Черная утка. Это красноголовый нырок, ой, боже, извините, пампасский нырок. Родина Южная Америка, самец черный, самочка серенькая, самочка не видно. Поднимаю. Сейчас вы можете видеть, как малыши пиганочки достают себе мелкую живность из воды. Просто окунают глубоко в голову, и получается они как буёшки. Жень, смотри. В середине круга пляшет несколько птиц, издавая при этом характерные трубные звуки. Через некоторое время птицы становятся на место зрителей, а на их место выходят новые танцоры. Рыженькие корочки, пуховые или шелковистые поры были завезены из Азии, Финляндии, Америки, путешественника Марко Поло. Имеют очень хороший пух, но с одной корочкой можно получить не больше, чем 30 грамм пуха. Это очень максимально. Печки очень маленькие, поэтому эти корочки ценятся так декоративно. Бывают серенькие, рыженькие, но вот черненькие пятнышки должны присутствовать обязательно. А в этом вольере королевский фазан. Назван королевским. Когда самец сердится, он расставляет крылья, и у него на спине можно увидеть оранжевое пятно. Называют